Всем привет, дорогие друзья. С вами, как обычно, Димон. Егор. Да. И это 275-й варкап. Уип не он, пил не он. Димон крутится, не может поверить своему счастью. Неужели он находится на такой прекрасной, восхитительной карте? С этими лампочками, которые у меня, слава богу, запикмичены. Да. Да. Ну, в общем, показывай твою карту тогда. Так. Старт, значит. Тут у нас отличный старт. Игры расположены. Пупы. Между прочим. Опа. Значит, стартуем карту. Прямая. Где в рампу. Прыгаем по ней. Очень отлично. Я рассказываю, конечно. Да. Да. Так, значит. Ну, тут единственный роут. Даблджамп и залет сюда. Дальше у нас даются ракеты, и тут появляются роуты. Во-первых, мы видим вот эту штуку наклонную, по которой можно, я так понимаю, ходить. Раз, да. И уходит. Очень легко. И запрыгивать можно сразу туда. Ох, так. Ну и тут там рампа. Отличная рампа, но на ней делается даблджамп. Гораздо, вот эта рампа гораздо лучше, чем эта, конечно. Выглядит, по крайней мере. Так. У нас две ракеты. Мы стреляем, и у нас все отбирают. Для того, чтобы все вернуть. Тут мы видим огромную яму. Стало быть, нужно делать 2х. Тут при приземлении надо будет плазму. Я не затаймил 2х. Да? Слишком много пиздец. Ну, более-менее. Пойдет, я считаю, классные горочки. Да, классная верхняя рампа. Горочка. Не совсем классная такая рампа, потому что тут нет вот этой штуки. Можно удариться об потолок и все зафейлить. Так, ну... 50 ракет у нас. Можно шмалять сколько угодно, можно пройтись. Можно шмалять, так. Шмалять, да, можно. Вон там в туннельчике каком-то пройтись, может сверху, тут, там, в дырку залететь. Как-нибудь можно пройти. Видимо, тут слик очень классно переливающийся, акварелью слик. Очень нравится мне текстура, была бы она не такой жирной. Значит, ну слик сликом. Видим там еще какую-то дырочку. Хм, а что же там? Что же там? Раз, так вот подожди, раз, отлично. Опа. Выходи, на самом деле как-то нет, и это я ее сейчас сделался. Да не, есть тут, на самом деле, просто все с ракеты играли, а тут бы ВГ было. Тут, я вам больше скажу, тут дробовик нахуй, блядь, где дробовик, ебать, где я нахуй. Где я оказался? Что происходит? Так, что происходит, подожди. Во, крю, есть дробовик. Дробовик классный. Ладно, похуй. Значит, видим тут телепорт. Пиу. Это, очевидно, секрет, да? Раз, являемся на треугольниках. С очень классными дырочками, да, которые которых можно, да, протиснуться при желании, вот так вот раз протиснуться. К сожалению, внутри там не написано ты пидор, да, или вообще там чего-нибудь, вообще хоть что-нибудь, какой-нибудь микроарт такой сделал бы там по юнитам, да, сфигарил бы, нарисовал что-нибудь. Нет. Так, значит, тут у нас компы маппер. Да. Компы без сапера, кстати. Да, нельзя запустить сапера. Не квакнул, ничего, не работает. Тык-тык-тык, что-то. Ясно, не тыкается ничего. Тоже там и здесь. Такая вот фигня. Вот эту комнату мы еще, кстати, в будущем увидим. Да. Вот там Фин. Фин спалил, смотри. Фин. Димана, стало Миф. Быть. Миф. Так, раз. Ну вон там дырочки, но это не появилось. Вылезли оттуда, пришли сюда. Кстати говоря, джампап. Очень классный джампап, смотри. Вон там вот слик, если вы помните. Вон там вот, да? Да. И вот тут вот у нас джампап. Очень классный такой. Веселый. Это не важно. Телепорт. Так. Из телепорта мы уходим. И оказываемся сразу вот тут. Падаем мы с большой высоты, с большой-большой. Так, вот так, все, зашибись. Есть тут роуты, можно взять и кинуть ракеты наперед, парочку штук, затаймить и улететь, но их очень долго ждать, как-то медленно. Да,
Это вы видите, наверное. Есть другой ролл, просто взять, упасть, полететь дальше. А есть еще ролл, стрелять себя вот так вниз. И также с такой же скоростью вылетать. Ну ладно, ну тут 1500 можно вылететь. Ну да, 1500. Ну тут мы видим очень классный потолок с кубиками, но и не очень красивыми лампочками. Да. У вас они красивые, у вас заблюрены, да? Да. Вы играете с пикмипом 0, это боль. Тут тоже, видите, эти лампочки повсюду. Они-то у вас классные такие. Фиолетовые текстурки, да? Да. Да, везет вам. Очень много каких-то странных фигур. Таких ни разу не видел. Треугольник. Вот пирамиды я видел. Пирамиды классные вообще. Пирамида, да, но... Пирамида. МММ. Ба, тут что? А тут дырка. Сюда можно тоже, конечно, упасть. А тут нельзя двигаться. Что это такое? Не дал мне? А почему здесь нельзя двигаться? Антигравитация какая-то. Юхер. Так. Хватит летать по стихии. А, тихо. Спейсинги тут очень страшные, прям вообще. Тут у нас где-то лежит Battlesuit. Надстройка какая-то. Ну, в эту надстройку мы не влезем. Только с ракетой. Все нам там дается. Триггером, видали, я Battlesuit лежит. А он у меня. Значит, все дается там триггером, все очень классно. Идем тут надстройки какие-то, террасы. Это самое. Залезаем. Смотрим дальше, что у нас тут есть. Ясно, я не буду это же. Ну, этот CPM. Видим, что мы тут треугольник видим. Видим, что можно сделать даблджамп, залететь сюда. Как-то. Либо залететь вот сюда, сделать тут даблджамп. И скипнуть ракеты. В смысле нет ракет? Неплохо. Вот так он оказался. Тут нам дают очень много плазмы. Да. Тут у нас рампа. Тут у меня финиш. Я не сделал этот жамп. Я не умею два раза жать на форел. Не научился теперь. Блин, фин. Кстати говоря. Так. Если скипать эту ракету, делать давай жамп, там, или с той, или с этой, это хватит мне. То у вас не будет Battlesuit, значит у вас будет 100 хп, либо 95, как у меня сейчас. И вы с этими 100 хп должны сделать такую фигню. И долететь, да. И не сдохнуть при этом. Да, это тяжело и, иногда. Да. Вот человек сидит в бойсе со мной, знает, какая это боль. Да, я наиграл чуть-чуть. Да, и тут горячие ванны, можно купаться и спорты. Проходи быстро, давай. Быстро, давай. Навали какие-то карты, да. Конечно, не получится у меня быстро пройти, потому что да получится. Не играл карту. Да чё не получится, ну? Как не получится? Видишь, уже не получается. Фу. Не. Получается. Всё, не. Отбираю ракету. Так. 2х. Раз. Затаем, красиво. Врезаемся в рампочку. Это все по роуту. Ху. Как-нибудь что-то пытаемся придумать с роутом. Делаем даблджамп. Летим. Не задеваем ничего. Опа. Роуты. Опа. Еще 400. Нормально. Ух, нормально, нормально. Не упал. И уже хорошо. Даблджамп. Да! Давай! Нет! Не получится нам скипнуть сегодня. Этот рокет, этот, все. Значит, будем проходить очень медленно. Не спеша зато. Кто спешит, тот и не спешит, как говорится. Да, согласен. У нас есть ракета, называется вообще ракеты. Бум! 1.14. Неплохо. Ха. Ну что, я прошел быстро. Так, Ваня, подожди, Ваня. Ванна. Ванну, да, ванну надо обязательно. На. Помылся. Да, ну давай посмотрим. Выкуфри. Выкуфри? Выкуфри. Выкуз. И выку 3, в общем-то, немного отличается от СПМ.
Да? Да, нету посередине рампы. Есть вот эти две рампы, которые нас кидают, пихают вне зависимости от нашей скорости на 1500. И мы сразу долетаем до ракеты. 1500? Да. В общем, быстрее, чем в ЦПЭ. И вот здесь вот эти рампочки, они не юзабельны, по ним нельзя прыгать, они просто скользящие. То есть в ЭКУ-3 нам в любом случае надо проходить по низу. А сейчас я не заберусь. Да, такая фигня. Так, заберешься? Ну-ка. Два. Здесь нам дают патроны, которые бесконечно можно набирать. Но смысла в этом нету, потому что у нас здесь все отбирают. Здесь нам дают ракету. Мы сразу кидаем с кривым таймингом 2х. Вообще все отлично. Макеры протестили. Тестеры протестили все. Да, макеры все протестили. Тестеры потестили. Опа. Да, опа. Опа. Ну ладно. Треугольничек-то какой классный. Здесь мы там можем пройти наверх. Кстати, здесь наверх даже выгоднее, наверное. И здесь добавляют нам такие вот наклонные рампочки, по которым мы можем с большой скоростью скользить. И мы можем по ним прыгать, потому что здесь есть маленький пиксел, который торчит. Вот его видно. Наверное. У меня видно. Ну, на ютубе видно? М? На ютубе будет видно, интересно. Не знаю. Ну, в общем-то... Юзаем джампад. Да, внизу лежат... граната с плазмой, но они, зачем? Наверное, медленные, да. Для чего? А дальше у нас почти все то же самое, ничего нового мы не делаем. Да. Ух, ух, ёшкин. Нету у нас ёшкин треугольничка здесь. Даблджамп не сделать, потому что. Да, даблджамп не сделать. Ух. Их, векторный театр. Треугольников и тут даже нет. Да, сука, нигде, пусто даже стало. Нигде нет треугольников. Так, ну да. И в ЭКУ-3 я не знаю на самом деле, как надо проходить, чтобы быстро. Но, наверное, может как-то через джампад. Хотя тогда ракет не будет. Или надо брать ракету, лететь обратно. Или, может быть, много Х сюда в стену. И залетать, не знаю. Мега шикс. Ну и здесь. Yes. По тому же сценарию. Я никогда не пройду в ее. Ясно. Финальное плазмание возможно не будет. Давай! Ну что-нибудь придумай там. Давай! 73, нормально. Бум. А, я добрался. 3.19. Вот. Ну, отличий, короче, не так много. Единственное, что финиш получается не очень удобный. А забраться больше никак нельзя. О, там этот кубик, где компы. Да. Да. Этот самый. Ну а потолок реально классный, вот такой вот, мне нравится, что он такой, типа, знаешь, многоуровневый, какой-то интересный такой. Потолок норм. А, здесь же он падает. То есть, возможно, можно пройти все с трейфом. Не совсем. Да. Нельзя, короче, возможно, нельзя пройти все с трейфом. И придется играть через ракету. Но я подозреваю, что здесь, что мы, знаешь, как делаем? Мы отсюда, значит, идем. Так вот, идем, идем. Окей, хоп, так, хоп. Идем. Не-не-не. Ну, идем, идем. Делаем вот так, так. Уф. И туда наверх залетаем, да. В общем, я думаю, как так. Ну, либо, если не сюда, сразу на финиш, то, по крайней мере, вот куда-то туда, сразу залететь можно. Я думаю, что такой роут будет топ. Все, пошли смотреть демки. Второй раз, так сказать. Да, чё второй раз? Мы всё, мы не хотим сказать, что мы что-то делаем дважды, что мы что-то фейлим. Да, да. Про игроки мы никогда ничего не фейлим, мы всё делаем с первого раза. С
Согласен. На стримах вы можете это наблюдать. Да. Да. Поэтому да. Скуби 2.10. Да. Да. Да не пробуй. Плей. Плей. Последнее место наш Скуби занимает. Строфит как пес. Строфит как пес. Так. Не тратит ракеты. Вообще. Он здесь потратит. Берет потрошки. Здесь подходит к стеночке. Да. Класс. Готовится. Классно. Жух. Нормально. Ой, как хватило ей плазмы. Чудо-угол. С плазмы. Отличный угол. Можно было просто кинуть куда-нибудь ее. Все. Наклонный. Не использует. Идет прямиком в стену просто рефит. Просто плюс форвард, братан, жмет. Да. В натуре жмет с ним. Да? О, не жмет, опять жмет. Жмет. С рокет-джампом. Хопа! Вот это ГФ вообще самый личный. Не увидели. Так. Тут говорить особо нечего. Ну да, тут еще такая для ВК-3 не самая удачная конструкция этих падов всяких. Потому что да, за все можно запнуться. Так, не будет срезать эту огромную. Пошел, пошел. Так, на джампады. Очень страшно. Аккуратно, аккуратно. Да, все аккуратно. Главное не торопиться. Чтобы ракет хватило. Очень опасный. Без прыжка. Плевать. Ха. Ха. Оказывается, это все проще его, да? Да. Комполомус. 1.58 на 12 секунд перебивает плей. Калининград. Колькинград. Yes. Летит. Летит. Решил вообще не делать ГФы, судя по всему. Для кого не нужны. Забирается, берет много ракет, все и выстреливает. Стреляет. Шмаляет. Шмаляет. А, ну если просто сходить с нее, то нормально ракеты можно задать. Угу. Но типа сходить это не особо классно. Ну да. Сходить это чё, ты можешь в клуб сходить, а да. тут нельзя так. А вот ты не можешь прыгнуть в клуб, да? О, 2х! Наклонные это почти интересно. Использованы. Так, страхит, страхит. Постоял перед телепортом. Помолился, я так понимаю. Да, сходил кофе, налил. Что медленно наливал кофе, как-то не знаю. Ну да, не по-дефрагерски, конечно. Так, на фулл скорости летит. Летит. Там лампочка. Вот это срезано. Сколько прыжков он срезал? Ну-ка посчитай. Ну-ка, 2, 3, больше. 5. Ну, 69. Так, здесь забирается. Куда-то да. целится. На. Неплохо. Нормально, все, отлично просто. Так. Ищет, где стык между стенами и потоком. Нашел его, иначе поздно. Бум. Нормально. Тоже аккуратненько. Нигде не упал, даже срезку нашел. Так что все хорошо. Кузлех. 1.53. На 5 секунд обогнал. Плей. 5 часов. Да. Так, Кузлех, не подведи.
Хелзук. Нормально, если перевернуть. Да. Будут ли интересны у нас ракеты наперед? Не связал последние ракеты. Так, это нормально свалил. Хорошую лоску. Что лоскуби? Ну почти. Так. Неплохо. Ну, вообще не вязал тут ракет. Да. Так, остальные. А мог бы. О! Какой кайф залетел. На фулл скорости летит, ты посмотри. Бух, на рампу привез. Да, все, нет фулл скорости. Тоже среза? Ну типа. Ну да, только Комполомус покачественнее ее использовал. Куда-то бежит. Так. 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 Бух. Давай. Где полз? Где что? Раз, два. Давай. Черт, эту ракету, блин. Да. Лучше плазмой, как мужик. Опа. Остановился. Я думаю, это приз за оригинальность. Кузгух. На секунду почти ровно. Плей. Почти ровно секунда. И все почему-то через эту штуку шли. Так она быстрее, наверное. Не, вряд ли. Я более чем уверен, что не быстрее. Посмотрим. Поживем, увидим. Кузгух. Конечно, затаял ракеты, да. Так, все неплохо пока что. ГФ вообще жесткий. Да, ГФ хороший. Тоже на полку идет в стене. Прям. Ну хотя бы вязает ракеты. Да. А тут завязает. Бум, заюза, бум. Не спойлери, Димон. Ясно. Включаю. Так теперь, не, там буквально типа полсекунды. Ну полсекунды я подождал. Так, на фулл скорости летит, летит. Угу. Так, куда он пошел, куда пошел? Да пошел. Стоять. Так, срезу не юзы. Хотел двойник спустить как будто. Да. Рисковый парень. Ну. Кузгухи эти. А у них нету RG скриптов, Димон? Не знаю. Я уже плевать. А кто валидатор? Все равно я ничего не скажу. А? Как доказать? Все равно я ничего не докажу, как. А че не докажу? А че? А зажатие это. Прыжка и выстрелы. Зажать я могу на время. И отжать. Возможно, не повезло тебе. Да, два раза. Возможно, а может один раз. Кто знает. RG скрипт иногда сбой дает. Фреймовый такой. Ясно, Димон. Так что с этим все не так уж и просто. Томми, 1.40. Плей. Спб. Так, Томми. На 12 секунд, между прочим. Странный поворот. Так, будет ли Рокет наперед? Эть. Поход. Смотри, как все классно.
Ракету не завязал. Да, ракету, конечно, потерял. Потерял. Не прыгал. Но в смысле не прыгал? Нормально так полетел. Он полетел нормально, потому что 2x хорошо словил. Но он не прыгнул, он не нажал прыжок вроде. Нажал, нажал. Если не, бы не нажал, не. Гораздо. Нормально, нормально. Опа, еще и рампу скинул. Техничный морже. Завязал тут ракету. Класс. Еще вниз отстрелял. Вообще, такая скорость вообще. Мало. Ну и что? Нормально. Стой, сейчас прострофит, смотри, смотри, прострофил. Юперный театр, как он там упал. Тупо фулл скорость. Фулл скорость. Макс скорость. Так, срезал тут не заявлю. Ох, ему и так нормасик его. Да. Через джампаду проходил. Ну через джампады просто, видимо, удобнее, так сказать. Мопка. Без остановок практически. Так, так, готовится. Так. Нелегкий. С ракета. С ракета. Топ 3, кстати, Томми, поздравляю. А Томми это Сенат все-таки или нет? Нет, это Томми, Томми. А Сенат кто? Сенат. Ясно. Поздравляю, Томми, с топ-3. Хороший отрыв от 4-го места. Мои поздравления. Принимай глубочайшие. Вася, уважаю тебя. Да, Димон шлепает себя по пупку. Да, я... Как ты угадал, интересно. У меня вот что-то случилось. Так, час 37, 2-е место. Пашка, спб. Плей. 1.31. Восемь упсов, нормально, мне нравится. Да, комфортно. Так, хорошие ракеты. Да, отлично все. Ой, завязал еще последнюю. Да, да, да. Сходил. Сходил. В магазин. Сходил ракеты. Хорошо вылетел. Через туннель. Через Опа. Туннель, нормально. Туннельный. Так, туннельный первый роут. Летит как! Как полетел! Красиво! Тут на скине уже этого не отлетел. Но все равно зашибись, да? Так, так. Вот это странный подстрейф, конечно. Ну неплохо. Да, технично. Знает, как работает на бот скорости в игре, по крайней мере. Так, но Макс скорости летит, летит, да. Летит, Димон! Летит, так прилетел прям, чёрт, ползали. Ржи. На, отлично, залетаем. Красиво. Вообще, ждёт, почти без остановок, прилетит. Да. Странно, что рампу не будет, ну давай. Кое-как залез, нормально, пойдёт. Красиво, нормально. Это я зевнул, потому что не выспался, если что. Да. Демка норм. Не, реально не выспался, жму, ребята. Жму глаз. Жму глаз. Ага. Жму орб. Орб. Стронгест, первое место. Поздравляю тебя. Это, наверное, твой один из немногих топовых топ-1 таймов. Где-то вроде еще был топ-1, но я не помню. Где-то был. Где-то был. Тебе виднее, Стронгест. Да чего вдеть? Чего вдеть-то? Давай, плей. 1.17. Так. Давай, по всей строгости закона, значит. Циркл не очень. Так, еще что? Так, значит. Нормально. Сейвит ракету. Сейвит ракету. Хм. Хм, наперед. Сейвит ракету запускает. Жух, летит, прям взлетел, прям нормально так взлетел. Нормально, чё, это хорошо. Это качественно. Смотри, как залетает. Нормально, по строгости его. Да, нормально, четко залетел. На, нормальные ракеты.
Абсолютно адекватный, так сказать. Но тут как бы затупил. Ну, немножко, да. 800, не было такой скорости еще. Бум, летит. Ой, как завитие. Нормально. 1200. Ох ты ж в рот! Мое сердце. Так, макс скорость. Макс скорость. Ух, летит, бляха. Кое-как. А, нет, стрим без 2х. Без 2х это. Я думаю, что роут, который я сказал, может быть самым верным, самым хорошим там... и вообще без основок. Ну, вообще, раз взлетел быстрее всех и остался тут. Ну, значит, это уже не приз оригинальности. Да. Ну шо, ЦПМ? СРМ. СРМ. Волканоид. 1.53. Плей. Вот это сервер тайм, конечно, можно похвалить за этим сервер тайм, если, конечно, не стоял. Ну, карта, да, совершенно иная, уже обзор на другую карту идет, кстати говоря. Да, это уже другой варкап, ребят. 321. Так. Я не понял смысл этого, на самом деле, мува. Ну и ладно. Ну, пожалуйста. Плюс 28 часов. Нормально. Через дырочку. Первый раз мы видим, что через дырочку. О, плюс 47 дней, чек. Вот это нормально. Нормально. Ух. Опасно, опасно. Без даблджампа неудачно не помогал. Без даблджампа. Без даблджампа. Еще без даблджамп. Остановился. Просто не поверил. Думаешь, ёбана, как это все за... Ну, бля, минус уважения, на самом деле. Просто минус уважения. Пошел, пошел куда? Без ракет. Угу. Уже потерял веру в сетку. Да ну, чёрт, веру в сетку. Колбасы нарежу. Ну, стоит на кухне. Жена, грей борщ, блядь, в пизду его. Это дефра. Отличный РЖ. Да. РЖ не РЖ. Ух, залетел. Ух, гух. Без даблджампа. Ну, за такую демку, конечно, мы от этого идем. Да, это, конечно... Как минус этот сделать? Как вообще, блядь, просто... Антиимпрессив поставить. Да, да, антиимпрессив. Минус оригинальность, так сказать. Кузлех, 1.38, плей. На 20, почти, ладно, на 15 секунд. Кузлех звучит как гозлик, блядь. А так оскорбить. Это ты вредовал, Димон. Ты начал это форсить. Ты вредовал. Ой, ладно, пусть Кузлех напишет, если им с Кузгухом обидно, то мы больше так не будем. Но они навсегда останутся в наших сердцах, как Кузлех и Кузгух. Так, все быстро пока что у Лекса. 69 угол без прыжка, нормально. Да, это нормально. Пойдет. Здесь все хорошо. Рапузы взял, скорость дала. Сик. Сник, конечно, да, без кнопку вперед на машину, точно. Так, ракеты не использовал. Ну, как в ВК-3, собственно. Здесь так же. Все то же самое, кое-как. Опа. Оо. Ну, что за дэм? Ну да, что-то... Все было... Это знаешь почему? Вот в ВК-3 нет ни одной демки с онлайн. Да. А вот тут онлайн. И все. Поэтому все подойти такие. Согласен. Так, ясно. Все понятно. Да здесь. Что такое? Сделай ты. Ох, ты ж как залетел, да? Я так не могу залететь. Так, стоит опять. Нормально. Нормально. Плавать не идет. Плавать не хочет. А быстрый X8 с Россия Санкт-Пт.
1.29 play. На 9 секунд быстрее. А может он переименовал свою демку, ему надо забанить это? Возможно, Стоит. Думает. 39 минут сервер тайм. Да, давай. Как ни странно, у меня тоже. Так. Первый раунд через эту штуку. С подсебяшкой. Аккуратно. Очень хорошо, на самом деле, кинул 2х, вообще идеальный 2х кинул, но не словил, да. Ну, бывает, главное кинуть, на самом деле. Ну, это, я так считаю, вот RX-8 мог такое нарочно сделать, чисто плохо словить 2х, а потом идеально залезть на них. Да. Это новый способ юзания кого там, юзания? Ну, юзания этих самых, да. Вжух. Нормально захватил. Да, но отстрелился не очень хорошо, конечно. Прыжок жмет классно, считаю. Да, очень долго. Вжух, летит. Летит, бляха. Не остановим. Постоянно триггерит. Стоим. Жмет триггерит. Прыжок во время выстрела, Димон. Я понимаю. Неплохо ты там придумал. Прыжок во время выстрела. Так это все равно ничего не отжаловал во время. Скуби. 1.16 плюс 13 секунд плей. Днепро, Украине. Пес, так сказать. Тайна раскрыта, на самом деле пес украинец. Да. А вы думали? Жух летит. Ой, ты рампы, кстати, не было там. Да. Выпустили. Это мы упустили. Ну, главное, что сейчас заметил, мы не упустили. Еще мы не упустили. Да, хорошо, 2х, кстати, да. Словил. Ударился вверху на рампу там. Точнее, не в рампу, а в недотянутую рампу. В потолок, так сказать. Да. Летит-то как герой. Как герой мультфильма, я бы сказал. Да. Неплохо отстрелился. Да, нормально пойдет. Плюс 49 секунд от меня. Ой, как долетел. Ой, даблджамп. Так. Так. Все неплохо, я считаю. Не, да, нормально, пойдет. Нормально, пойдет, нормально. Просто пойдет. А лучше, чем кое-кто. Знаем, угу. Кто. Сам знаешь, кто. Да. Начас go 1.09. Плей. Вологда. Серверов валец. Сервер валетов? Походу. Или это сервер валенков? Ебать, как летит. Да, она хорошо летит. 2х словил, неплохо, да. Так. Никто не завязал. Через туннельчик. Все хорошо. Ух, летит-то как нормально. Да, вообще прям нормально. Уф. Если еще бы ту рампу зацепил и залетел наверх, сразу было бы вообще круто. Это вообще был бы мульт. По широчайшей траектории пошел. Так, макс скорость. Даблджамп будет? Нет. Нафиг нужен там даблджамп, ракет. А вот тебе и даблджамп. Даблджамп здесь. Даблджамп тут. Нормально. Опа. СССР. Да. Нормально. Жму глаз, Артур. Жму глаз. Римыч, Пумбыч, 1.07, плей.
2 секунды плюсом. 4 красных. Значит, что-то что? 4 красных что? 4 красные ставлю. Ставлю на 4 красных, так сказать. Видел там кто-то зависит? Это на ЧСГО, наверное. А или кто это зависал тогда на стриме? Да не знаю. На ЧСГО, но у него модель как? Ксиру. Так, хорошо словил. О, 69 минут. Одобрено. Одобрено. Ассепты. Вот это, конечно, потерял скорость. Но да, но зато нет. Сразу наверх залетает. Да, просто шпарит ракетами. Все лагает, все ракеты лагают. Да, видимо, настройки интернета не очень правильные для дефрага. Делает дабл джумп. Еще дабл джумп. Ну, для него дает, по идее, потому что там можно за все зацепиться, типа, и непонятный спейсинг, а так он просто взял, типа, скипнул все это. На финише не очень хороший этот угол, да, 63 градуса. Ну, зато покупался. Ну да, покупался, это плюс уважение, конечно. Томми, минута 0-3 плей. На 4 секунды. Правый циркл. Нормально. 17 минут сервер тайм. Да. Даже не 18. Хм. 18 плюс, блин. Летит как птица. Словил. Нормально. Вообще хорошо. Вообще, вообще прекрасно. Зашибись. Под себяшка. Под себяшка. Смотри, шмаляет. Это как новый король под себяшка. Ну это ты не, да, не перегибай, так сказать. Ну ты будущее знаешь, какие потеряшки будут? Вот есть карта. В ДФ2 знаешь, какие потеряшки будут? Нету. Будут. Yes. Дабл джумп. Прочитано. Дабл джумп. Прочитано. Не совсем что. Поебать. Ты угол потом выровнял тоже. Ну это молодец. Этот. Я, говорит, читаю между строк, поебать. Скайкс. Вышел первый. Первый, кто вышел из минуты 58 секунд. Плей. Да, похлопаем. По щеке, так сказать. Поебуми. А можешь себе по щеке уебать сейчас? Я блин, хорошо Скайк слетит на самом деле. Да. А, блин, его. Ой, как срезал, смотри, по внешней части. Роут энтер. Да, роут энтер. О, как летит. Ой-ой-ой, красиво вообще. Воу-воу-воу, блин, Скайкс вообще очень хорошо двигается на самом деле. Интересно, как он двигается возле компа. Так же хорошо. Где двигается? Возле компа, когда играет ДФ. Не знаю. Блин, там финиш на... очень классный. Финиш очень прям реально. Да, нормально, 58 секунд. Торжей 7 секунд отбил. 7, целых 7 секунд. Нормально. Плей. Так, ну блин, Скайкс мне прям понравилось, молодец. Прям нормально. Да, так держать, реально понравилось. Классные какие-то дабл джампы. Нормально, пойдем. Да, все неплохо. Вейс. Очень хорошо стоит. Полетел как, невероятно. Через верх. Через верх. Двоих. В рот мне ноги. Скорости. Макс скорость, братан. Макс скорость. Дабл джамп. Ну не туда. Ну не туда. Да какая ему разница вообще. Блин, нормально. 51.
Нормально. Так, Lollipop или News. 55 плей. Уже демки хорошие пошли, смотри. 1.7 сервер тайм. Это хорошо. На сервере с пирамидой. Что за ник такой? Нормально. Блин, вообще нормально. Нормально. Класс. Жму в порт. Полетел. Хорошо, 2х словил. Так, что из внешнего там, да? Шпарит ракеты просто на скорости. Вообще шмаляет вообще. Ну, в этот раз хотя бы везло бага. Я все помню. Но опять не туда. Ну не туда. Или так быстрее. Я понятия не имею. Вообще не понимаю, что на этой карте происходит. Ладно. Кипиш 55. Плей. Минус. Убавляй звук, так сказать. Ай, да ладно. Пусть кипиш не слышит, что мы о нем говорим, из-за того, что у него моделька шумная. Ой, как много полезной инфы сейчас скажем, а ты не слышишь. Да, да. Ахаха, Рокет-то не попал, а у тебя отобрали. А знаешь почему? Потому что динозавр длинный, а триггер маленький. Мозг твой тоже маленький. Вот эти вон жесткие. О, нифига, вот это класс, так сказать. Не знаю. Видать, не такой, что и маленький был. Оказалось, что у тебя маленький, да? О, блин. Нормально залетел. Очень да, классно все хорошо. Прилетел. Да, хорошо. Ашанзи, 49.7. Первый, кто вышел из 50 на этот раз. Плей. Присмотри, ID, смотри, ID, ID, да, 2-2-2-6-6. Нормально, проплатил Носфу. Ашанзи, Ашанзи, хватит платить. Да, плати нам. Нам. Мне на Сбер скинь. Мне на стрим скинь. Опять под себяшки, смотри, все научились какие, блядь. Все что-то под себяшки такие делают. Ну, в натуре. Я чувствую себя в опасности. Да. Вас атакуют. Смотри, а это что такое, роут, что ли? Понятно всем. Ну, наверное. Может, ну, у нас да. Просто мосс маленький, Дима. Да не, надо было эту карту просто побольше поиграть и разобраться, что в ней тут есть вообще. Я вообще про эту часть не знал. Ну, я тоже так не думал. Да так быстрее, на самом деле, походу. Почти искупался, но перейду. Ну, мне кажется, есть еще быстрее, потому что и у Карса все-таки 45. А у тебя сколько, кстати? У меня 47.2. Но я типа не дожал там. У меня ракеты что-то говна, там везде все говна. И рога вообще. Да, да. Ну, я ее, наверное, уже не буду играть, может, когда-нибудь, если вдруг соскучусь по лампочкам. 48.1 хейс плей. На 1.5 секунды перебил. Поздравляем с топ-3! Поздравляем! Нормально посидешь. Ох ты ж как. Ох. Нормально полетел. Красиво. Посмотрел наверх, хоть ракеты и не видел. Я откуда мне знать, почему фок там 360. Да не, видно было, но я видел у себя. Я только последний момент увидел. Ну, дайте в этом план. Так, сейчас будет сильный даблджамп, смотри. 1.337. Еее! Нормальный даблджамп. Ну да, так быстрее, походу, видишь? Так быстрее, по идее. Так, Маскаль, топ-2. Не поздравляем. Потому что ты ее тестил. Это обратный этот хлопок. Нужно, короче, обратной стороной ладони по ладони ярить. Плохо. Плохо. Плохо, Маскаль, 46.5 плей.
Не, на самом деле нормасик. Ну, я более чем уверен, что Москаль ее не задрачивал, типа, и вышла она достаточно давно, так сказать. Подожди, а он же тестер этой карты. Да. Стало быть, не валидно, надо банить темпу такую, потому что тестерам нельзя играть карты. Думаешь? Я считаю, это нечестно. Надо забанить темпу. Я просто хочу забанить Москаля. Ну, на стриме потом забанишь. Ну, потом, так. Если не забуду. Но летит вроде норм. Ну да, нормально. Внешним тоннельчик. Смотри, вообще просто летит на похуй. Да. Нормально летит. Знает, как толк вообще, как вообще толкать правильно. Умеет толкать. Барыня. А может и так быстрее. Да хуй знает, тестить надо, блядь. Так, Икарус. 45,7. Первое место. Поздравляем, Шпикарус, красава. Приехал. Первое просто место. Плей. Молодчик. Так, нормально так рулит. Серьезно. Холод это просто. Походу это медленный Икарус. Угу. Здесь нормально. Сразу отстрелился, это плюс. Да вообще, я мгновенно. Так. Почему летит? Едет? Едет. Ой, как приземляется страшно. Вот видно сразу подвеску, не жалею. Нормально. 45,7. А сколько ВР? 45,7. ВР. 45,7. Сюда. А еще? Сейчас глянь. Сейчас я гляну. Сейчас как гляну. 46,0, понял, ВР. Все. ВР там. Ну, стало быть, да, Икарус победил. Победил, да. Вот вам браузер, ребята. Такие вот результаты. Демок не очень много, но все они длинные, долгие. Обзор опять длится целый час. Будь здоров. Спасибо. Мы хотим кушать, мы хотим сходить пить. Опять? Писить. Не, ну я вообще... Вдруг ты хочешь поесть, Димон? Я же не знаю. Все, встань, я не Москаль. Ну ладно. Ну мы, в общем-то... Вот вам, короче, обзор, вот вам комментарии, читайте, ознакомляйтесь, так сказать. Демки очень классные. ВК3 особенно порадовало, что все демки реально без косяков, без глобальных. А вот ЦПМ, вот Волканоид... А, смотри, ему нос сам въебал минус 23. Нос в красавчик, да. Москаль получил 57. 57 лет. Да, за строгого, за лампочки, блядь. Икарус получил 33 тысячи денег украинских. Yes. И все. Икарус молодец, в общем. Ну и все. Обязательно напишите Кузгух и Кузлех. Можно ли вас так называть? Обижает это вас или нет? Потому что мы заботимся о вашем психическом здоровье иногда. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи и всем пока. 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 Ясно.